соскучилась по вам. Я тоже. Как у вас дела в академии? Ну, хорошо, как всегда. Это круто. А мы с папой для вас приготовили сюрприз. Какой? Мы с папой заказали вам еще 4 ю-бокса. Круто. Мы эти ю-боксы спрятали. Ваша задача будет найти ю-боксы. И только после того, как вы найдете их все 4, вы сможете их открыть. Все, ваша задача найти ю-бокс. Тиш, где будем искать? Да, не знаю, под елками. Побежали. Да нету, пошли дальше искать. А может, в мангал заглянем, может, там есть? Давай, смотри. Всего лишь дрова. Нет. Ну, блин, я не знаю, где здесь искать. Пошли тогда за дом. Пошли. Так. Первое. Там тоже нет, там только пакеты. Ага. Не знаю, Тис. Ну, я тоже. Может, под горкой? Нет, под горкой нет. Где же тогда? Да, ну где они? Да я не знаю, Тиш. Ну, может, на дереве! Вот. Ого, и как же его достать там так высоко? Да ну, давай аккуратно, только я за тебя кулачки держу. Я не знаю, у меня получится. Все, Тиш. Достал. Нагамак, нагамак. Хорошо. О, вроде бы нормально. Первый. Все, Дань, первый бокс есть. Ага, а теперь второй. Может, в машине? Да, как вариант. Побежали. В машине. Или возле машины. Стоп, у дома багажник, больше нигде нет. Не знаю, сейчас посмотрим. Нет в багажнике. А где тогда? А может, в мусорнике? Да ну, Тиш, ну давай посмотрим. Давай. Да нет, Тиш, там воняет. Давай лучше не будем мусорнике. Еще. Тиш, ты два ю-бокса нашел, как так? Да, а может, дома уже? Ну давай дома, если нам повезет, мы найдем 4 ю-бокса и сегодня их откроем. Ну да. Давай, я беру тот, который на дереве будет. И пошли домой. Будем дома искать. Нам нужно разделиться для того, чтобы быстрее их найти. Давай ты ищешь на первом этаже, а я побежал искать на второй. Побежали. Тумбочка? Нету. 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 И нет. Где же он? Нету. Нету. Так, под лестницей смотрим. Там, где моя техника. Хорошо, смотрим. Хорошо. Нету. Может, за креслом? Нету, где же они его спрятали? За диваном? Нету. Может, в тумбочках? Первая? Нету. Другая? Нету. Третья? Нету. Здесь нет. Может, в тумбочке? Здесь тоже нет. Здесь? Дань, давай, я уже 3 нашел. Хорошо, Тиш, я быстро постараюсь. Так, нет. Как же Тиш так быстро ее нашел? Ладно, в ванной посмотрим. Тут тоже ничего нет. Да тут и негде искать. Точно, у меня в комнате. Так. Здесь нет. Здесь тоже нет. Под кроватью. И под
кровати нет. А где тогда? На чердаке. Точно. Так, посмотрим. О, нет. Чердак, здесь же куча коробок. Здесь нет нигде. Здесь тоже. Среди нерфов тоже нет. Может, там? Прикол. Сразу нашел. Подумал, Тиша еще будет меня ждать. Да чего? Пойду обрадую его. Все, Тиша, я нашел. Сейчас будем открывать. Помнишь, мама с папой говорили, как только 4 найдем, можно открывать. Так. Все, я бегу. Ну что, нашел? Да, пошли открывать. Пошли. Тиша и Даня, я вас поздравляю. Вы нашли 4 U-бокса. И поэтому вы имеете право их открыть и посмотреть, что же внутри. Давай, Даня первый. Хорошо, Тиша. Так, а теперь еще хочу вас спросить, как вы их спрятали? Надежно или нет? Конечно, надежно. Какое место было самым неожиданным? На дереве. А для тебя? Ну, как бы на дереве. Да? Мы с папой старались. Так, Даня открывает первый, да? Да. Интересно, что внутри? Да, конечно, как всегда. Да, конечно. Это самый приятный момент, наверное, правда? Когда ты открываешь и видишь. Тиш, ты что такой веселый? Да. Тишуль, скажи, какая разница, кто открывает первый? Все равно вместе будете смотреть, да, что внутри? Ой, Даня, открывай, да, мне самой интересно. Мои любимки! Это же малинки. Первое, что Даня достал, это желейные малинки. Ага, в магазине они намного меньше. Да, они прям огромные. Черные и красные. Такие. Смотрите, что я нашел, огромный бургер. Это как бургеры, есть такие маленькие желейные. Так вот, это такой же, только огроменный. Ничего себе. Мы тише, мы вместе, наверное, не съедим даже. Как всегда, визиточка U-Box. И... приставка для телефона. Это джойстик, который можно будет подключать к телефону и играть на телефоне, как на приставке. Вот это крутая вещь. Кстати, я всегда хотела такое. Да. Круто. Это шоколадка, мороженое с шоколадом. Прикол. Ни разу таких не видела. Белый шоколад, да? Да, тут белый есть, шоколад со вкусом мороженого. Есть. А это ластики в виде различных инструментов. О боже, какие они милые. Очень прикольные маленькие ластики. Дань, подаришь чешули один или два? Я их беру и тяню ухо. Зайка. И еще маленький. Тут есть... наушнички. Наушнички? Вот как у Тиши были наушнички, только белые. Точно это... такие же, да? Очкарики. Не знаю, сейчас мы посмотрим. Очкарики. Распечатаю тут же, потому что очкарики. Она другая. Сейчас. Интересно посмотреть. Дело в том, что Даня уже даже договорился с Тишей, что Тиша ему подогнал те. Да, это точно такие же, только зарядка. Черные. Зарядка. Это не зарядка. Это зарядка. Вот, Тиша, так что тебе будут белые, а мне черные, наверное. Ну да, потому что тебе черные попались, а мне белые. Ну да. Дань, ты доволен? Конечно, мам, опять все попалось такое, что мне нравится. Моя очередь. Давай, Тишуля открывает свой U-Box. Сделай, оп, и через дырочку открою. Это я сам буду открывать. Я сам... Давай, просто придержу, чтобы тебе было. Не нужно, не нужно. В свою очередь хочу попросить подписчиков, чтобы ставили лайки те, кто хотел бы открывать тоже U-Box. Что? Надпись. Да, это надпись, что это для Тиши подарок. Вот, и ведро. Один номер на нас. Да. И наш канал. Кто не знает, на канале Daniel Gro проходит конкурс на целый подарок U-Box. В описании под видео, где мы снимали U-Box на данном канале, есть условия конкурса. Если вы выполните очень легкие условия, надо просто подписаться там на канал, туда-сюда, в инстаграмы, написать адрес, откуда вы, и вы запросто можете выиграть U-Box. Так,
Так что не упусти свой шанс. До 1 мая. А не против, что я на одну кучу? Ну, конечно, мы не против, мой хороший. Давай же, не терпится, наверное, да? Ну, да. Я бы сама открыла юбокс, честно. Давайте мне закажем. Давай. По возрасту. Ну, по возрасту, тебе не интересно. Ну, так они положат то, что будет интересно маме, сынок. Понял? Если им сказать, что маме вот столько-то лет, и они соберут подарок для мамы. Эти юбоксы можно даже заказывать для бабушек на день рождения. Нету разницы, кому они. Я тебе не даю говорить. Быстрее, быстрее разрывай его, давай. Ух, какой ты шустрый, Дань, посмотри на него, рвет и мечет просто. Чиж, ты как ураган. Это что, так не терпится прям, сынок? Давай, открывай, подожди. Так, помогаем. Нет. Ай, ну, может, и правильно. Нет, неправильно, вот тишу. Так, видишь? Опа. Открывай. Галактический песок. Прикол. Я мечтала о таком цвете. Давай, покажи. У тебя нету такого. У тебя нет. Оранжевый и синий. Цвет настоящего песка. У Тиши такого не было. Какого? Длинного пляжного. Пляжного цвета. Это желейные глаза, которые также можно использовать на Хэллоуин. Нателло! Это какая-то новая. А ну покажи ближе мне, ближе. Белый и черный. Че, будем пить чай с Нутеллой? Да. Вот здесь поставим. Это конфеты шоколадные какие-то, смотри. Какие-то шоколадные. Так, открывай, мама попробует одну, Даня, открывай. Мне интересно, я люблю конфеты. Смотрите. Можно я попробую? Вкусно. Очень вкусно, это печенька такое. Ну, очень вкусно. Тяжуль, покажи. Мне понравилось. А мне хочется конфет. А я бы съела все. Но нужно поделиться еще с папой. Какой матрасик? Доставай. Кончик. Кончик, донат. У нас нету такого круга на лето. Нету. А теперь будет, да? Да. Такого еще не было. Покажи. Круто. Тем более, что скоро лето. Так, теперь я сейчас. Одно, пожалуйста. Я не ожидал, что у тебя такие будут. Это... Какие-то конфеты. Нет, это, насколько я знаю, это ручка такая. А можно открыть, Дань? Давай посмотрим. Да, давай. Да. Мне очень интересно, что... Мне очень интересно. Я никогда такого не видела. Я тоже никогда таких ручек не видела. Ручка у меня попалась. Вот такая вот капсула прикольная. Вот так вот. И ручка теперь. Покажи ближе. Прикольчик такой. Прикольная. А вот это, насколько я понимаю, какие-то конфетки. А я могу его, эту ручку даже не заметить, нечаянно съесть. Не надо, ты что, посмотри, какая капсула прикольная. Это у нас такой блокнотик, в котором можно что-то рисовать. И на каждой картинке вот такой волчонок. На каждой страничке красивый волчонок. Вот так. Это полезный подарок, я тебе скажу. Да. Я мечтал! Вот это вот круто. Это бомбос-колонка. Это колонка такая? Да. У меня уже есть одна колонка, но она большая, а вот это вот такой компактный размер, прикольный. У него будет колонки. Подождите. У него колонки, в данном случае это очки. Достань, пожалуйста, Дань. Да, конечно. Она очень милая. Очень крутая, я вам скажу, колонка и прикольная. Нужно будет вот так, типа это ты. Слушай, Дань, она такого оптимального размера, ее запросто можно брать с собой в академию, правда? Да. Динамики сзади. И спереди. И спереди вот здесь. Здесь можно регулировать громкость. Очень классная, мне понравилось. Такая стильная колоночка, да? Да. Вот прикольчик. Что за прикольчик? Покажи нам. Это какие-то чупа-чупсы. Лолипоп. Какие-то чупики, да. Давай откроем. Давай откроем.
Дань, доставай, что там внутри, показывай нам. Вот такой вот лайк. Можно ли игру? Можно. Дань, дашь Тише? Да, конечно. Пробуй и скажи, какой на вкус. Прикольно. Нравится? Вкусно. Так, а теперь главный прикол в том, что там есть... Еще макнут. Что, Дань, кислинки какие-то, да? Если облизать этот лолипоп и макнуть, оно... Да. Кислое? Лопает? Да, что? Ничего? Что-что, говори. Горячее. Стало горячее? Какая-то реакция идет, да? Очень прикольно. Это у нас... Что? Термос. Круто, Дань. У тебя нету термоса, сынок? Ага. Удобно будет вот так вот выливать. Оно будет выливаться и... Круто. Не разольется. И я тебе скажу, эта вещь очень полезная. На природу можно взять, где-то в дорогу. Это классная вещь, очень. Достойный подарок. Угу. Так, классно. Смотрим дальше. Печенька с начинкой, как Орео, да? Белая какая-то, крем-суфле или что? Будем пробовать или потом? Давай потом. Давай, не хочется тебе попробовать? Нет. И какой-то напиток. Тише, тебе не интересно попробовать газировку? Оно шипит во рту. Лопает? Я предполагала, что так и будет. А ну, можно я послушаю? Прям хрустит. Мама, я, наверное, лучше ее пойду над умывальником открою, а то у меня что-то такое чувство, что она сейчас взорвется. Думаешь? Давай над этой коробкой. Давай. Была не была. Оно настолько сильно взболталось, что оно даже открываться не хочет. Опа. Так бывает. Идеально. Так бывает. Ладно, попробуем потом. Интересно мне было, конечно, узнать, какой вкус. Это вкус банана. Так, Тише уже наелся конфет. Тишуль, отдавай сюда. Не наелся. Еще не наелся? Открываем последний бокс или пойдем спать, завтра откроем? Последний. Будем сегодня открывать? Да. Не устали вы? Нет. Ну, давай тогда. Так, 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 последние штрихи. Быстро, 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 быстро. Вот так. Лента. Моя лента. Выбросил, называется, да, в сторону. Так, открывай, разрывай ее быстрее. У Тиши самая большая коробка. Интересно, что в этой большой коробке? И правда. Наверное, много чего. Не знаю, возможно, что-то одно, но большое, например, Дань, понял? Думаю, вряд ли. А я думаю, но и она не очень тяжелая, Дань. Твоя маленькая коробка была тяжелее. А нет, ты чего? Она тяжелая. Да? Тише, ты сейчас все разобьешь. Она легкая. Кому интересно, что у нас творится в комнате после того, как мы снимаем? Примерно вот такой вот. Отойди, я сразу. Потом мы все вместе начинаем все это убирать весело, да? Вот так вот. Ну что там? Оба, тут такой класс. Же чуть-чуть. Оба. Такой же, Дань, это будет твой. Раз Тиша съел твой, это будет тебе. Это жидкость. Что за жидкость? Покажи. Там... Это напиток со вкусом банана. Думаешь? Или это ластик-банан? Что это такое, ну, Дань? А ну посмотри. Это что-то, какой-то напиток. А ну по-любому. Может там пишут что-то? Написано XXL Banana Spread. Так, а ближе его можно показать мне? Сейчас я Может, мы его откроем? Ну, давай. Да. Покажи сам банан. Тише его попробует. Открою. Прикольный, правда? И вот, кстати, такая же ручка, как у меня была. Угу. Да. Ручка-капсула, только желтого цвета. Тебе помочь? Ну, Тишуль, быстрее. Нам не терпится узнать, что там. А, вот оно, спрей банановый такой. Да, поняли, наверное, вкусный банановый спрей. В рот, там оно в пленке. Надо его в ротик. Давай да, проверим. Давай проверим. Это да хоть я... не банановые духи? Да я попробую. Дай, Дани, быстро давай, Дани, пробовать. Оно кислое. Но вкус банана есть или нету? Вообще нет. Нету? Правда? Что, Дани? Есть. Есть банановый вкус? Прикольная штука. Вкус такой кисленький.
боксах попадаются те сладости и те штучки всякие, вот подарки, которых нету в магазинах у нас. Правда, это классно? Все, что угодно попадается, и все прикольное. Это такой рюкзак Супермен. Он прикольный такой, мягкий, плюшевый, короче. Теперь тебе в академию будет рюкзак. Реально, Тиш? О, уже один. Вот Тиша мне недавно заказывала рюкзак Майнкрафт, но теперь зачем тот Майнкрафт, если будет у нас Супермена рюкзак, да? Подошел по размеру? Подошел. Прикольно. Я нашла какую-то кисточку или что? Показывай. А, это такая кисточка и это конфетка такая, а вот это вот вертушка. Ты палочку одеваешь вот сюда, вот, да. Вот так вот делаешь, угу. И она летит. Понятно. Едем дальше. Это у нас, знаете, что такое? Рисуй светом написано. Есть вот такие вот ручки с подсветкой, ручка-фонарик. И ею мы пишем, правильно я поняла? Да. Смотри, как оно светится. Вот это да. Я смайликами рисую. Впечатление, что вы выжигаете как будто, и оно так красиво светится потом. Ага. Доска понравилась вам? Да. Очень классная. И через некоторое время оно пропадает. Смотрим дальше. Ого, достаем последние подарки. Печенье. Огромное печенье. Оно посыпано кокосом. Да. Пробовать будем или нет? Потом. Такого не ела. И я не ела. Интересно будет попробовать. Круто. Достаем последний подарок. Быстро, здесь, быстро, кстати, быстро, кто первый? Написано, что от 10 лет. Тебе. Это что такое? А ну, показывай. Тиш, смотри, с него можно сложить робота-манипулятор. Я тебе помогу это сделать, и ты будешь играть. Это хорошо, Тиш, что у тебя есть старший брат. Так, с конструктором мы разберемся позже. А теперь мне интересно у вас узнать, подарки вам понравились? Да, все было очень круто. Довольны остались? Да. Еще заказывать будем U-Box? Да. Мам, давай вы с папой нам будете раз в месяц заказывать U-Box'ы. Ну, если вы будете заслуживать. Хорошо. Будете слушаться маму и папу? Да. Да? Всегда. Очень много полезных и очень интересных подарков. А я запускаю в туалет. Вкусных и очень классных. Вам понравились подарки? Да. А я в танцовочку. Тиша хочет запустить вертушку. Давай. Ого, полетела. Всем пока. Пока. Подписывайтесь на инстаграм Тиши и Дани. А также ставьте лайки. Всем пока.